Всем привет дорогие друзья, сегодня история о мальчике, который по возвращению домой увидел разбитое окно в своей квартире. Когда сын Джен Китили вернулся из школы домой, он сразу понял, что что-то случилось. Одно из окон дома семьи Вагая было разбито, а собака почему-то сидела на улице, отказываясь заходить внутрь. Ребенок предположил, что кто-то вломился в дом, а услышав какой-то шум, сразу понял, что злоумышленник все еще там. Мальчик стал звать на помощь свою маму Джен. Но все-таки любопытство взяло верх над ребенком, и он отправился исследовать дом, не дожидаясь ее прихода. В это время сын девушки разговаривал с ней по телефону. Сначала он сообщил взволнованной матери, что в доме жутко пахнет, а затем закричал ⁇ Нет, нет, нет ⁇ Можете себе представить, как испугалась Джен, слыша крики сына а кричал мальчик лишь потому, что не ожидал увидеть козла, лежащего в ванной. Семья сразу сообщила об этом инциденте в полицию, дабы получить небольшую компенсацию за причиненный дома ущерб. Офицеры полиции округа Эшленд прибыли быстро и сразу зашли в дом. Увиденное их немного озадачило и стало для них неожиданностью. Они не совсем понимали, как обычный козел мог такое натворить. Они прошли через дом, и когда услышали шум из ванной, Медленно подкрались к двери. Офицеры полиции стали уговаривать козла выйти из дома. При этом он встал, но идти не хотел. Козел долго отказывался повиноваться, и лишь через несколько часов его сумели вывести на улицу. Об этом рассказал Китли. Полицейские обращались с животным очень аккуратно и долго с ним разговаривали. На улице животное поместили в просторную клетку. В доме семьи имелись лишь незначительные повреждения. Помимо разбитого окна, на крыльце, полах и двери были обнаружены потертости. На стенах также имелись следы пребывания незваного гостя. Но главной проблемой оказался стойкий неприятный запах после гостя. Однако Китли считает, что могло быть и хуже. Эта история удивила многих и привела к появлению большого количества шуток по поводу столь необычного посетителя. Спасибо за просмотр, если вам понравился ролик, ставь лайк. И не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик. Видео выходят каждый день.